зловещая душа моя, о сердце полное тревоги, о, как ты бьешься на пороге, как бы двойного бытия. Мы привязаны к земной родине, привыкли считать ее своей, а она — Божия. И ее приходящая красота не есть ли отражение иной, вечной красоты небесного мира. Тонкая грань, таинственный порог отделяют видимый мир от невидимого. Чудо жизни, совершенное чудо природы имеют материальные законы. Они познаваемы. Но как познать их невидимого Творца? Как он действует в людях, в мире? И что ожидает нас за пределами земной жизни? Никто после смерти не умрет. И само понятие «мертвый человек» — это понятие земное. У Бога все живы. Мы сейчас находимся в одном из самых святых мест мира. Это дальние пещеры, Киево-Печерская лавра, монастырь, где почивают мощи святых угодников. Это святые, которые лежат нетленно вот уже около 900 лет. И они являются живыми для нас теперь и вовек. Такой невероятной духовной силы достигли при жизни наши святые предки, что после смерти их святость удержала тела от тления. Мощи означают мощь, могущество. Чудодейственную силу, которая от них исходит, называют благодатью. Через мощи Господь соединяет земную церковь с церковью небесной. И каждый, кто с верой припадает к мощам, чувствует живое дыхание самой вечности. Еще более непостижимое чудо в этих серебряных сосудах. Святые главы 24 безвестных монахов-подвижников не только сохранились нетленными, но временами вдруг начинают источать благоуханное мира. Так Господь подает нам знак своего невидимого присутствия в мире видимом, осязаемом. Что такое мира? В состав мира входит белок и составляющие элементы, которые были исследованы, но наука так и не нашла ответы на все вопросы. Вот. Как для верующего человека это не имеет никакого значения. Главное, чтобы та святость, которая здесь находилась, давала людям возможность усовершенствоваться, одухотворить свою жизнь. Вот это есть цель и смысл нашего существования на земле. Для верующих людей чудо есть утверждение веры. Для неверующего человека, который стремится понять Бога, это есть один из путей приобрести веру в Бога. Но если человек неверующий полностью, никакое чудо его не убеждает в том, что есть Бог. Написано, никто не приходит к Сыну, если Отец Небесный не привлечет его. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога,
Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. Помраченный неверием человек, как тогда, так и сейчас, не знает различия между тьмой и светом, не видит протянутых к нему милосердных рук. А чудо Божие всегда рядом с нами. Это иконы, которые дал нам Господь, как будто окно растворил в горний мир. Эти драгоценные приношения – благодарность за совершенные от икон чудеса. Божию Матерь просили и получали просимое. Много у нее икон, и у каждой свое попечение. Иверской иконе Царица Небесная верила сокровенные тайны о конечных судьбах мира. Не знаем как, но именно она укажет, когда в ворота мира войдет Антихрист. А до той поры будет стоять небесным стражем вселенского православия. Россию от самого ее крещения Божия Матерь спасает через свою икону Владимирскую. И помощники ей все русские святые от древних времен до наших дней. Чудо святых совершается на небесах, когда Господь избирает лучших из народа, соль земли, имевших жертвенную любовь к Богу и земному Отечеству. Теперь перед престолом Божиим молятся о нас святые царственные мученики. И патриарх Тихон, чье сердце при жизни горело жалостью до боли к несчастному, обольщенному русскому народу. И тот, кто от Матери Божией знал о грядущих судьбах России, преподобный Серафим Саровский, вернулся к нам в чудом обретенных мощах. Нашим небесным покровителям открыто, почему мы так расслаблены, маловерны, слабодушны, в чем более всего прегрешаем пред Богом, что губит Россию сегодня, сейчас. А Матерь Божия указывает на ту из своих икон, которая может защитить нас от тяжкой напасти и сотворить чудо. Чудо – это явление, которое не вмещается в нашем человеческом разуме. Потому-то называется чудом, что его объяснить нельзя. Чудо – это такое явление, то есть благодеяние Божие, вернее сказать, действие Божие, которое выходит за рамки физических законов природы. Когда наука не может объяснить своими законами это действие, что происходит, почему это действие произошло. И вот такие чудеса как раз и происходят у иконы Матери Божией. К этому образу неупиваемой чаши приезжают со всех концов России, и чудеса Матери Божией прославились настолько, что эту икону узнали и за границей, и ее имеют в храмах у себя в домах, и молятся ей, чтобы исцелили от страсти пьянства. И Матерь Божия подает
вернее, творит эти чудеса по той власти, которую получает от Бога. Видимо, этой небесной властью избирается из нас человек, которому подается чудо. Эта икона – неупиваемая чаша. Когда мы с родителями в первый раз приехали сюда, я уже почему-то с тех пор очень сильно верила, что именно эта икона поможет нам. И первое чудо, которое начало происходить с этой иконой, это то, что в моей комнате появился такой удивительный запах. Он очень был приятный, такой цветочный и очень сладкий. И мы сначала не могли понять, откуда взялась эта благодать. Но потом, когда мы стали открывать полочку, так как она у нас застекленная, то вот именно этот аромат чувствовался, что вот он шел именно от этой иконы. Сказано, Царствие Божие внутри нас. Но одним с Божьей помощью оно открывается сразу, а другие обретают его тернистым, трудным путем духовной брани. В Высоцкий монастырь я приехал с матерью в 96 году в надежде исцелиться от алкоголизма. Здесь, в Высоцком монастыре, я первый раз исповедовался и причастился, и получил утешение, чувство духовное такое. Необъяснимая радость какой-то. Там рассказали монахи, какие там чудеса творятся. Хотя я скептически к этим делам относился. Музыку любил. Оглушительную. Сатанинскую, хэви-метал, спортом занимался. В общем, фанатиком стал, спортивным. Бегали, носились там, даже этими восточными единоборствами, туфта вообще. Ну и потом развязали, конечно. Скукота, там что-то такое, надоело. Либо бутылки водки подвела выпивать. Не просто так, это же теперь работать надо. Так все, заболело, печень там, все, желудок. Да когда допьешься уже там куча причин. Нервы уже становятся расшатанные. Сон там все полностью. Черти там, сны такие снятся. Ужасные кошмары. Во снах бывает это, к самоубийству. Подталкиваются какие-то такие видения. И ни одного меня, я говорю, какой к тебе являлся? Вот такой-то, такой-то. Точно совпадает. Горбатый какой-то, нос такой, весь в гною какой-то такой. И вот его рукой, когда отгоняешь, перекрестить. Так тяжело, в общем, как будто мешок с камнями поднимаешь. А голос говорит, просто скажи, Господи, помилуй. И он уйдет. Ну, какой-то голос. То ли наяву, то ли во сне. На третий день был брак в Канне Галилейской. И Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему, вина нет у них. Иисус говорит ей, что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой. Матерь его сказала служителям, что скажет он вам, то сделайте. Было тут 6 каменных водоносов. Иисус говорит им, наполните сосуды водою. И наполнили их до верха. И говорит им, теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему,
Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской. В этом первом чуде Христос, изменив состав вещества и притворив воду в вино, благословляет его на радость и веселье. Через 3 года на Тайной вечере он совершит подобное, но еще более дивное, величайшее чудо. По слову святого Иоанна Кронштадтского, большее, чем сотворение мира. Господь притворит вино в кровь свою, Нового Завета, и даст будущему христианству чашу жизни и спасения, великое таинство причащения. 2000 лет звучит в мире благая весть, святое Евангелие, и знают, да не слышат. Сначала я это, к врачу пошел, к наркологу, мать повела. Ну, там профилактику очистили, там кровь, там печень. Душу-то он не лечит. Пустота, она остается пустотой. И совесть не глушит. Хочется ее заглушить венцом, чтобы это всякие грехи забылись, стерлись. Поэтому и пьют, глушат свои грехи вместо исповеди и причастия. Почем пиво? Водку. Почем пиво? Водку шампанское. Зеленое. Почем шампанское? Пиво зеленое. Почем шампанское? Шампанское по 4. Прошу. Меня, пожалуйста. Дайте мне. Вот это. Я возьму вот это. Сигарету нужны. Воссияла еще светлости божественной славы Девы Бога от Раковицы на младенца привечного Бога Господа нашего Иисуса Христа зрящего. И же в сосуде, аки в неупиваемой чаше предстоит, но якоже тебя видим изображенной на иконе твоей неупиваемой чаше таинственно пронареченной, от нея же избавление от пьянственной страсти, притекающей с верою даруешь. Сего ради со слезами приносим тебе глазы немолчные, сице. Радуйся, яко о тебе радуется и торжествует ангельский собор и человеческий род. Радуйся, яко твоя слава превосходит похвалы земные и небесные. Радуйся таинственным изображением Сына в сосуде тайну божественной Евхаристии нам открывающая. Радуйся рожденного тобой Агнца, всегда и домого, и никогда же иждиваемого, нам дивную указующая. Радуйся чаше жизни бессмертия, вратам вечной жизни нас приводящая. Радуйся источником нетления и радости жаждущей души напояющая. Радуйся неисчетной благостью, не оставляющая самых презренных и отверженных. Радуйся отрову погибели милосердием твоим, исхищающей безнадежных. Радуйся, владычица, неупиваемая чаша, духовную жажду нашу утоляющая. Радуйся, владычица, неупиваемая чаша, духовную жажду нашу утоляющая. О, премилостивая Мать, сладчайшая ко Господа нашего Иисуса Христа, нынешнее наше услышим моление, избави нас от всех недугов душевных и телесных, наипаче же освободи стражище недугом пьянства рабов Твоих, Владимира, Владимира, Георгия, Галина, Марины, Веры, Фатини, Геннадия, Владимира, Владимира, Николая, Виктора, Александра, Владимира, Александра, Олега, Сергия, Александра, Алексея, Евгения, Вячеслава, Любови, Аркадия, Александра, Виктора, Вячеслава, Бориса. Да не во зле погибнут, но да спасенные тобою присного пьют Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Благодать сходит, а бывает не сходит. Господь посылает радость, а бывает и нет. Недостоин. И в рассеянности проходит. Хотя хоть ты там бьешься, настраиваешь себя. Вот буду слушать, не отвлекаться. Такое лезет в голову. Но сколько ни стараешься, все равно потом повторяешь, забываешь, бес окутает своей сетью и повторяешь грехи. Ну, в общем, Великий пост был, а не выдержали мы и запили с друзьями. Отошел от Бога совсем, как блудный сын, в страну далече.
Ну, потом, недельки через две, каялись. Покаяние? Изменение жизни. Ну, стараться так. Больше добрых дел делать, а бояться греха. Нет человека, который жизнь проживет и не согрешит, а Господь всех принимает. И тех, кто не видит свой грех или за грех его не считает, и тех, кто ясно осознает собственную греховность и оплакивает ее, и тех, кто уже готов воспринять благодатные Божьи дары. Один раз мне мама позвонила в общежитие и сказала, что наша икона начала мироточить. А перед этим мне приснился удивительный сон. Мне приснилась неупиваемая чаша этой иконы, но только вместо чаши был крест. И как будто вот этот крест был из мира. Уже поняла, что этот сон мне приснился не зря. Мне необходимо было съездить в церковь и помолиться именно там, потому что у меня на душе было очень плохо. Но у меня это не получилось. И я перед иконой с утра очень долго плакала, потому что я верила, что Богородица не только находится в храме, она нас слышит везде. Главное, чтобы мы от души сердцем ей молились. Я думаю, Богородица меня действительно тогда услышала, потому что я увидела, что на этой иконе на шее было огромное масляное пятно. Пятнышки также были масляные на ручках, они стекали по рукавам, и как маленькие бисеринки они высыпались на лице. Также и из глаза Богородицы, как будто маленькая тоненькая струйка стекала с жидкости. И такой запах, благодатный, сладкий запах. Вот эта икона, я думаю, она действительно удивительная. Она слышит всех людей. Мы должны только верить, и тогда она обязательно нам всем поможет. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сиры и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне, яко немощну, покорми меня, яко странна, обиду мою веси, разреши ту, яко болиши, яко не имам вины, я помощи разве тебе, не вины я предстательницы, не благи я утешительницы, токмо тебе, о Бога Мати, я сохранишь имя и покрыешь его веки веков. Аминь. Каждого, кто ищет у Христа помощи, кто ждет от Него чуда исцеления, Господь вопрошает: веруешь ли в Меня? А исцеленным говорит: иди и больше не греши. Вера твоя спасла тебя. Небесный врач излечивает сначала душу, а потом тело. А разве мало среди нас духовно слепых, нравственно увечных, и пребывают в расслаблении, не имея воли подняться, и бесами многими одержимы наши юноши? От Сына Божия изливается на нас поток такой милосердный, спасающий, божественной любви, которая может воскресить и мертвых. И когда поражают нас ныне страшные, неизлечимые болезни, кто, как не Господь и Его Святая Матерь, могут спасти
приговоренных к смерти. Вот в 96-м году моя сестра Наталья заболела. Диагноз был грозный – рак. Конечно, мы были все в смятении, страшном. Не знали, как спасаться. Забегали по врачам, и один раз даже чуть не угодили к экстрасенсам. Да вовремя спохватились и убежали оттуда. Поняли. Потом я была в таком упадке духа и стала интересоваться в церкви, что же делать. И посоветовали, прежде всего, подготовьтесь с сестрой к покаянию полному 7-летнего возраста. Заказали церковь, молебен, приезжали сюда с сестрой несколько раз молились, записки подавали на проскомедию. Вот. Но все-таки на операцию пошли. Вот. Как нам посоветовали, от услуг врачей не отказывайтесь. Наталья пошла на операцию, и оказалось, что можно было бы и не делать операцию, потому что опухоль мертва. Наталья перед вами живая и здоровая, слава Богу. Ровно через год история повторилась со мной. Я прошла весь этот путь, который прошла моя сестра, через полное покаяние, через причащение, через молитвы родных и близких, и молилась перед иконой Божьей Матери. Тоже исцелилась. Исцелилась. И после этого я стала еще писать стихи. У нас такое чувство с сестрой, что мы на этой земле живем лишь для того, чтобы свидетельствовать о вере и о тех чудесах, которые произошли с нами. Господь ищет каждую живую душу, как заблудшую овцу, для ее спасения. Но неисповедимы пути Господни, и действия Его непредсказуемы. Купили здесь иконку бумажную, образ неупиваемой чаши, такая бумажная, дешевая, за 3 рубля. И вдруг, в минуту протрезвения, я заметил, что чем-то набрызгано на нее, типа масла. Ну, думал, родственники чем-то облили ее. И был такой запах, как парфюмерный такой, озоновый, свежий. В общем, я в то время не знал, что это, оказывается, мироточение. Это иконы произошло. Вот. И оно так истекало из области звездочки на Божьей Матери. Вот из этого места и область сердца. Где-то здесь вот. Как и капля истекала до самого низа. Так вот. Вот. Ну и потом случилось, мой родственник тоже сильно запил, вообще доходил уже. Я им отдал эту икону, и мне тоже она продолжала так же мироточить, и даже сильнее. Запах у нее там был вообще полностью наполнил комнату. И во многом благодаря ей, наверное, он что-то бросил вообще пить ее. Но 3 года я практически вообще не пил. И даже не понимал, для чего пить. Проходил мимо вообще. До тех пор, пока в один раз я это забыл, где исцелился, и сказал, что это я сам бросил. Ну и в тот же день понесло. Опять напился. Сейчас вот сюда обратно на одежде получить то, что и было раньше. Благословению настоятеля храма я приехал в Высоцкий монастырь за помощью к иконе неупиваемой чаши. Впервые спиртные напитки пить я начал в 16 лет, в 8 классе школы. Будучи студентом, тоже пил все время. Поступил на работу, все равно пил. В конце вот уже где-то к 38 годам запои стали регулярный. Работать я уже практически не мог. Где-то недели 2-3 пьянка, недели 2-3 отходишь, потом опять пьянка и беспрерывно. То есть уже я практически превратился в раба алкоголя, ничего совершенно не мог делать, только пить, немножко прийти в себя опять пить. Здесь я отстоял всеночное бдение, утром на литургии поисповедовался, причастился,
отслужил, с братьей помолился, на акафист прочитал вместе перед иконой неупиваемой чаши. По приезде домой, через день, со мной начало твориться что-то непонятное. У меня поднялась температура, началось корежить. Такие симптомы были, которые не сбивались. После того, как это произошло, стало намного легче жить. Просто уже здесь осмысливаешь жизнь. После этого я поступил на работу в дом престарелых кочегаров. В это время я уже ходил, исповедовался и причащался регулярно. И вот ответственность за женщин этих, которые уже остались одни и всеми брошенные фактически. Вот единственное благое дело, вот, несите тяготы друг друга. Вот благодать, которую получаем мы на причастие, бывает рассеяна, если нет благих дел. И вот частица той благодати, которую сохранил, оказалась сильнее намного пьяного кайфа, который был у меня до прихода в церковь. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную». Чудо, конечно, Божие, это то, что выражается в святом таинстве Евхаристии. Это соединение с Богом для нас непостижимо, когда во святом причащении Господь своим божественным телом и своей божественной кровью обожает нас, то есть обожествляет. Когда предлагаемое вино и хлеб Богом прилагается в его истинную кровь и истинное тело. Вот это чудо, ради которого спасается человек, ради чего человеку, христианину в данном случае, прощаются все его согрешения. На иконе «Неупиваемая чаша» мы видим Матерь Божию, она воздевает руки в молении о всех христианах, как о чадах своих, и молится, чтобы Господь подал нам всякие милости, которые бы наш жизненный путь устраивали бы ко спасению. И мы видим Бога-младенца Христа, стоящего в чаше и благословляющего весь человеческий род. И смысл этой чаши – это смысл самого таинства Евхаристии. Господь уже принес себя в жертву добровольно, отдавший себе на распятие на кресте. Но он также продолжает каждодневно приносить себя в жертву за грехи человеческого рода, для того, чтобы от этой жертвы христиане причащались, то есть соединялись с самим Христом. И без таинства причащения нам неоткуда почерпнуть те благодатные силы, которые бы нас укрепляли, чтобы больше не падать, не возвращаться в те грехи, которые мы совершали и в которых покаялись.
приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там. Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И отошед немного, пал на лице свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». Христос воистину воскрес. Свидетельство тому – святая плащаница Господня, полотно, в которое обернули Христа при погребении, и на котором запечатлелось его тело. 100 лет назад ученые начали исследовать плащаницу, и тогда сам Господь заговорил с нами на языке науки, более понятном современному миру, чем язык Евангелия. На плащанице обнаружены следы ран Иисуса Христа от бичевания, гвоздей, копья и тернового венца. Но главным открытием стало то, что в момент воскресения тело Спасителя наполняли и окружали неподвижные, нетварные энергии, нематериальный огонь оставил изображение Христа на материальном веществе плащаницы. Природу этой божественной энергии не способен понять человеческий разум. Здесь сам Господь устанавливает границы материального познания и приводит науку к Богу. Фаворским светом называют этот божественный огонь. Его видели апостолы в чуде преображения Господня. И первый образ Спасителя, спас нерукотворный, появился действием такого же света на полотенце, который Иисус приложил однажды к своему лицу.
явленная нам плащаница Господня, самая тонкая и таинственная грань между побежденной смертью и жизнью вечной. Это еще не до конца прочитанное пятое Евангелие, данное нам самим Спасителем. Чудо, подобное плащанице, уже в наши дни явил образ Божией Матери призрено смирение. На стекле, закрывавшем икону, проступило ее точное изображение. Оно проникло в самую структуру стекла человеческими силами. Нанести такое изображение невозможно. Сказать, что такое чудо Божие, наверное, очень трудно, но это действительно Господь показывает ту свою великую могущественную силу и любовь к роду человеческому. А происходит оно в нашей жизни для того, чтобы, я так думаю, укрепить нашу слабую веру вот, в своего Творца, в своего Создателя, в его бытие в этом мире. Верующий человек видит в этом и милость Божию, и любовь Божию к роду человеческому. А неверующие всегда пытаются как-то это чудо объяснить, какую-то найти специальную лабораторию. Но самая великая лаборатория для любого чуда Божьего – это лаборатория нашего сердца, где Господь четко все показывает. Чудеса совершаются по законам иного, неведомого нам мира. И каждое современное чудо несет в себе высший, таинственный смысл. Древние образы, бумажные иконы, даже фотографии с изображениями святых, тысячи икон замироточили сейчас в России. В нашем мире очень много чудес. И для каждого человека, я думаю, что чудо – это что-то лично свое. Для меня чудо то, что действительно Бог еще нас слышит сейчас, что у нас еще есть время. И то, что Богородица нас слышит. Это вот чудо, вообще сама жизнь человеческая. Все наше мироздание. Я вообще считаю, что это все чудо. Но для меня чудо – это то, что вот этот духовный мир – это тоже чудо. И то, что человеку дана бессмертная душа, это тоже чудо. Божия благодать, нарушая все законы материального мира, через иконы изливается на нас с небес. Можно не знать, можно не видеть, можно не верить, но хотим или не хотим, все мы ходим пред очами Божьими. Все наши труды на земле видит Господь. Для себя ли только трудимся, или для вечности?
Мы не знаем, когда придет время великой жатвы Господней, когда совершится непостижимое уму человеческому всемогущее действие Божие, всеобщее воскресение. Тайны Божии тогда откроются нам.